55 лет прошло с тех дней, когда судьбу страны, судьбу Москвы взяли в свои руки рабочие, крестьяне, солдаты, их советы. В этом здании с 1917 работает Московский совет. Здесь выступал Владимир Ильич Ленин. Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Трудно даже перечислить все дела, которых касалась тогда многогранная деятельность вождя партии и создателя нашего государства. Мы хотим напомнить лишь немногое о работе Ильича как депутата Московского совета. Он стал депутатом в трудное для страны время, решая важнейшие государственные задачи. Он многое делал и для того, чтобы придать облику Москвы тех лет черты столицы социалистического государства. На улицах Москвы вставали памятники тем, кем гордится человечество. Все это делалось по прямому указанию и при участии Владимира Ильича. Многие памятники были сделаны из гипса. Не было тогда денег у Республики Советов, но монументальная пропаганда, как называл ее Ленин, превращала улицы Москвы в агитатора. Прошли годы, и памятники из камня и бронзы поднялись над Москвой, над тем городом, о котором мечтал Владимир Ильич Ленин. За заслуги перед советской властью и Москвой с 1922 года депутатский билет Моссовета номер 1 выписывается Владимиру Ильичу Ленину. Скоро 40 лет нашему метрополитену. И почти 40 лет пробивает под землей туннели Бениамин Катаманин. Родился он в украинском городке. Работал дамским сапожником. В 1933 году Катаманин одним из первых добровольцев пришел на метрострой. В 1935 году метростроевцы выдвинули его своим депутатом в Московский совет. Депутатство Катаманина пришлось на годы реконструкции Москвы. Заседая в Моссовете, он решал сложные проблемы строительства метрополитена. Началась война. Коммунист Катаманин рвется на фронт. Но его оставляют на строительстве метро, которое в ту пору стало и убежищем тысяч людей от бомбардировок. И после победы Катаманин строит новые линии метрополитена. Сотни людей за 4 десятилетия побывали в его бригаде. Сами становились бригадирами, уходили учиться. Но память о совместной работе с Катаманиным остается. Все они считают его своим учителем. Любовно называют дедом. И не только потому, что он отличный бригадир. Катаманин был депутатом Моссовета 3 предвоенных года. Но он навсегда остался человеком общественным, глубоко заинтересованным и в работе, и в жизни тех, кто окружает его. В торжественные дни празднования 50-летия образования СССР среди самых уважаемых метростроевцев
Катаманин. Более 450 километров туннелей, соединяющих 96 станций, прорубили московские метростроевцы. В этом заслуга и депутата Моссовета созыва 1935 года, заслуженного строителя республики Бениамина Катаманина. Анатолию Лебедеву 43 года. Уже 26 лет он строит Москву. 9 лет он депутат Московского совета. Из 1160 депутатов Моссовета 530 рабочие. До революции в Московской городской думе было 146 депутатов, 63 промышленника, 32 купца, 24 домовладельца. Анатолий Лебедев выполняет свои обязанности депутата в то время, когда стало реальностью превращение Москвы в город коммунистический. О будущем облике столицы говорит заместитель председателя Моссовета Коломин. На 24-м съезде партии генеральным секретарем ЦК КПСС, товарищем Леонидом Ильичем Брежневым, превратить Москву в образцовый коммунистический город. Анатолий Лебедев – один из 400-тысячной армии строителей столицы. Облик современной Москвы создает и его бригада. Депутатские обязанности ответственны и разнообразны. Анатолий Лебедев работает в градостроительной комиссии Моссовета, где вместе с другими депутатами решает вопросы строительства столицы. Его рабочий день не заканчивается на строительной площадке. Депутат Лебедев постоянно встречается с избирателями. Они идут к нему со своими заботами, проблемами. Трудно посчитать, скольким людям он помог. Мы рассказали вам о трех депутатах Моссовета. Владимир Ильич Ленин определил принципы деятельности Советов. Принимал активное участие в работе Моссовета. Мечтал о превращении Москвы в образцовый город. Депутаты Моссовета всех созывов следуют его заветам. За годы советской власти жилой фонд столицы увеличился в 6 раз. Количество квартир более чем в 10 раз. Только в течение 9-й пятилетки переедут в новые дома 2 миллиона москвичей. Ушла в прошлое Москва грязных окраин. Уходит в прошлое Москва неблагоустроенных коммунальных квартир. Растет, хорошеет коммунистический город Москва, черты которого наметил Владимир Ильич Ленин.